Единый день голосования – это новая глава в истории нашего государства. И сейчас очень важно подать правильный пример будущему поколению – своим детям и внукам. Я прихожу на участки, знаешь, я все время, всегда и с детьми, и с маленькими, и внучками приходил, и голосовали мы. Так что это как-то такая у нас традиция, наверное, семейная. Вот выходить и отдавать свой голос за надежду, за новых кандидатов, за молодых ребят, которые сегодня приходят во власть. Что вы можете пожелать будущим депутатам? Чтобы они вдумчиво подходили к своей работе. Это непростая работа. Это труд, который должен идти во благо каждого человека, каждого гражданина нашей страны. Единый день голосования – это новая страница в истории нашего государства, и молодые люди голосуют в первый раз. Может, помните вы свои первые выборы, свое первое голосование? Это было в армии. Там нас построили, мы пошли, проголосовали. Проголосовать досрочно можно с 20 по 24 февраля, с 12 до 7 часов вечера. Участки будут работать без перерыва на обед. А единый день голосования пройдет 25 февраля. Проголосовать можно будет с 8 утра до 8 вечера. Ульяна Ярмоленко, Илона Глинистая, агентство «Минск Новости».